огнем витрины на старых улицах Москвы. Нетрудно встретить этого мужчину небесной красоты. На нем всегда костюм отличный, одет как кофе с молоком, и побродить по улицам столичным очень любит он. Поем! Спросите у любого на Тверском бульваре, кто лучше всех танцует твисты рок-н-ролл, кто лучше всех играет песни на гитаре. На это каждый ответит, конечно, Вася, 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 ну кто его не знает, Вася, 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 стиляга из Москвы. Пойди в театр современный, на вечеринку в дом кино, в таких местах всегда. Футбольный матч «Спартак» «Динамо» и переполнен стадион. А это кто сидит с красивой дамой? Ну, конечно, он. Спросите у любого на Тверском бульваре, кто лучше всех танцует твисты рок-н-ролл, кто лучше всех играет пресли на гитаре. На это каждый ответит, конечно, Вася, 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 ну кто его не знает, Вася, 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 стиляга из Москвы. Поехали, поехали, выше, выше. Девчонки с нами. Мне кажется, мы должны найти Васю. У нас есть Вася на этой площади сегодня. Знаешь, стиляга. Спросите у любого на Тверском бульваре, кто лучше всех танцует твисты рок-н-ролл, кто лучше всех играет пресли на гитаре. На это каждый ответит, конечно, Вася. Вася, ну кто его не знает, Вася, 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 стиляга из Москвы, стиляга из Москвы, стиляга из Москвы, стиляга из Москвы.